Привет, ребята, как бодрость духа. Вы на канале It's My Life. И сегодня мы снова идем в Костку. Это, наверное, будет последний поход в магазин за продуктами в этом месяце, потому что сегодня уже 30 октября. Вот. Собственно, иду практически из-за того, что у меня закончился кофейчанский. Вот. Осталось, может быть, на чашечку, на две. А я кофе пью где-то, ну, 2-4 чашки в день. Люблю я этот напиток. Вот, и вот, собственно, поэтому этот поход и вызван, чтобы купить себе кофе, вызван этим. Ну, может, еще там какую-то мелочь зацепить. Поэтому пошли, посмотрим, как Костка готовится к Рождеству, купим кофе. Вот вы видели, мужчина стоял на входе. Женщины преклонного возраста показывали ему свою членскую карточку. В общем, раньше была такая система, что при входе надо показать свою членскую карточку. Потом, я думаю, что это уже упразднилась система. Еще когда мы приехали, мой друг тоже мне говорил об этом, но как-то мы всегда заходили, никто не показывал. И я думаю, что это какой-то пережиток, когда это, может быть, это начиналось, так было. Вот, сейчас никто не показывает, просто карточку на кассе отдаешь, и тебя уже рассчитывают по ценам, как члена клуба. Вот. Ну, вы видите, уже подготовка к Новому году идет полным ходом, елки стоят. Давайте по ряду пройдем, посмотрим. И вот олени красивые, березка новогодняя, лампочки вместо листиков. Новогодний фонарь можно поставить у себя около двери. Ну, вот такие веночки всякие на двери вешают. У нас тоже есть венок, мы тоже вешаем на дверь. Вот, что тут у нас? Пошли гирлянды, LED-ленты. $25, 18 футов. И прикольные шарики. В общем, Костка начинает наполняться новогодними гаджетами. Давайте здесь пройдем, посмотрим, вот еще шарики. Прикольные, огромные шары. Дед Мороз. Это рождественские инсталляции. И такие инсталляции некоторые люди строят прямо у себя перед домом. И игрушки, и прочая всякая интересная атрибутика. Ну, а мы идем за кофе. Набор Лего $40, 1500 единиц. Мы подарили нашему сыну набор Лего «Миссия на Марс», там что-то такое тематически. Вот. Может быть, всем троим купим вот этот вот наборчик, чтобы они уже могли выстроить целый город. Они любят у нас строить из лего всякие штуки. И плюс сын снимает видео, ну, делает мультики. Строит из лего потихонечку, все это снимает в виде мультика. И получаются у него такие интересные видосики. Вот. Ну что, мы двигаем за кофе. Всячески уже пошли наборы конфет новогодние. Хэллоуин уже будет завтра отмечаться. Их, наверное, уже, может, сняли, хэллоуиновские конфеты. Не знаю, остались или нет, но уже это пошли новогодние, вы видите. А мы сходили на пати, которое посвящено Хэллоуину, в субботу. Кто смотрит наши видео регулярно, тот видел. Мы брали свои конфеты, несли. И потом дети ходили, там собирали тоже конфетки, у них были разные аттракционы. Вот это для Хэллоуина еще остатки распродают. Завтра мы пойдем, будем ходить в нашем, ну, в нашем микрорайоне, частный сектор, можно сказать, собирать. Дети будут конфетки, это очень веселое мероприятие.
все дети это любят. Все дома очень украшены, все очень тематично, все в костюмах. Они ждут этого дня. Так. Тут уже какую-то пиццу раздают. Надо зацепить, попробовать, наверное. Давайте посмотрим. Вот такая пицца на пробу. Извините, пожевал немножко. Но очень прикольно. Она очень чесночная. Очень такая остренькая. Прикольная на вкус. А я увлекся с вами в болтании, прошел ряд с кофе. Сейчас я быстро буду возвращаться в кофейный ряд. Очень прикольная эта пицца получается. На таких питах, вот как мы покупаем, продается пакет этих пит, они уже заряженные, скажем так. Это чесночно-масляная начинка. Очень вкусненькая, прикольная получается. Я питы сегодня тоже буду брать, потому что здесь у нас очень любят так просто перекусить. Или заменить полноценную еду этой питой. Мы посыпаем ее сыром. Вот, ставим в духовый шкафчик. Такая маленькая духовочка, шкафчик такой есть. Вот. Ну и вот тостерами некоторые называют. Только не тостер не такой, который ложится в щель, а который как в СВЧ ложится. Вот. И там эта пита очень быстро готовится. Она получается такая хрустящая. Так, ну что у нас по кофе сегодня? Смотрим. Растворимый кофе я уже не пью, только молотый. Темный не хочу. Если я хочу покрепче, лучше положу двойную дозу. Вот, наверное, я буду брать вот этот ванилонат. Я люблю кофе с добавками. Starbucks выпустил зимнюю серию. Сколько здесь? 2,5 лб. $18. 2,5 лб это получается 1, 2, 3, 4, 5. Подожди. 2,5 лб. Запутался. Короче, 1 лб полкилограмма. Это получается, что 5... полкилограмма. Нет. Килограмм 2. А, 2,5. 2,5. Да что такое? Кило 130 грамм. Что-то я сегодня перепутал, если ЛБ все. Короче, кило, грубо говоря, 150. Так. Ну и все, собственно, наверное, идем брать тот кофе. Или, может быть, взять такой молот и попробовать. Это просто темный. Да, это темный. Нет, темный не хочу. Не хочу я черный. Я покупал вот такой вот Starbucks Dark, он мне как-то не очень понравился. Короче, возвращаемся за моей ванилой любимой, 3 лб. Вот такой вот кофейчанский. 3 лб стоит $14. Едем дальше. В этом пакете он в зернах, он не молотый. А сейчас я когда пройду кассу, я покажу вам, где
мелят кофе во всех магазинах больших, если вы покупаете кофе, или на, в торговом зале, на территории торгового зала, или за кассами стоят кофемолки, и вы можете смолоть свой кофе прямо в магазине. Я обычно так и делаю, сразу весь пакет засыпаю. А, так, я еще хотел посмотреть, должен вернуться в холодильную комнату. Вы уже, кто смотрит видео, видел. Там такой большой холодильник, в него прямо заходишь. Мне надо взять кремер для кофе еще, у меня тоже закончился. Сейчас я пойду посмотрю, какой здесь. Костки я не покупал никогда, но я не хочу идти в какой-то другой магазин сегодня. Хочу быстренько здесь все дела закончить. Вот. Пицца, пицца. Ну что, еще раз взять одну кучу, пиццу покушать. Ну надо взять, она вкусная. Почему не покушать? Заодно цену посмотрю. Ну, вот это такой пакет. В пакете получается уже три готовых пиццы. Это очень острое будет. $15. Ну, я считаю, что это дорого для такого пакета, потому что вы сейчас увидите, сколько стоят питы, плюс сыр. Чесночную пасту моя жена прекрасно делает, поэтому как бы не вижу смысла платить $15 за три питы готовых, чтобы разогреть их и скушать. Смысла нет. Так, вот наши кремеры стоят, которые я хотел, но здесь на три упаковки только одна ореховая, а больше ореховую люблю. Или может взять уже сегодня такую, чтобы не зергаться. Значит, цена получается 7,89 за вот такую тройную упаковку. В этой упаковке получается галлон. Вот. Ну, не знаю, я, наверное, куплю лучше, когда заскочу в магазин ореховый, потому что просто ванильные я как-то не очень простые. Вот. Зацеплю, значит, в другом магазине. Если бы там было две ореховых, тогда другое дело. Но ладно. Двигаем за питами. Только что вы видели, как бабушка готовится к какому-то празднику. У нее там конкретно спиртного стояло 4 баночки. Извините, ребята, что я жую. Но Костко — это такой магазин, в который, если ты пришел, то надо, в принципе, перекусить. Тут в каждом отделе что-то раздают. И поэтому ну, вот так пока походишь, пока тачку насобираешь, ну, в принципе, уже где-то что-то и подъешь. Сейчас мы посмотрим, что это за блинчик. Она говорила, что там куриный вкус. Вот что-то еще белое, не знаю, тут творог или сыр. В общем, испытание провел. Это была острая-острая курица в блине. И с таким плотным творогом. Вот такой творог, как его назвать? Он называется у нас коттедж-сыр. Коттедж-чиз.
То есть это такой творог, ну, как бы, вот как деревенский, знаете, не паста, а именно творог-творог. Такими комочками. Ну, прикольно. Здесь что у нас раздают? Здесь какие-то кукурузные палочки. Прикольно. Congratulations! Thank you, thank you. How nice. Кстати, вот смотрите, по виду похоже на кукурузные палочки. Кстати, в Америке мы один раз только как-то попали, купили аналог кукурузных палочек, скажем так, белорусских, с постсоветского пространства. Так, ну вот наши питы, вот смотрите, вот такая вот пачка. Вот. Их там просто дофига и больше. Вот, и стоит она 3,49. Если взять пакет сыра, который мы покупаем обычно, это где-то 10-12 долларов. Вот и считается 12 и 3,49, пускай 4. Вот и получается 16, грубо говоря, 15 долларов. Те 15 долларов, за которые он предлагал 3 питы. А здесь получается, в общем, такой пакет. Пакет сыра и все это за 15 долларов. И это как-то гораздо более интересно. Поэтому, если вы хотите быстро и не готовить, то готовьте деньги. А если вы готовы готовить, то тогда за копейки вы сможете очень-очень неплохо питаться. То есть это вот то, о чем наши видео, о чем я вам рассказывал, о чем многие спрашивали, сколько денег надо на еду. Ответ очень простой. Денег надо абсолютно немного. Потому что еда в Америке – это не смысл жизни. Здесь не надо работать на еду. Здесь еда просто для того, чтобы человек, ну, не знаю, получил удовольствие, поддержал свои силы. Как-то так. Здесь не работают на еду, блин, месяцами. Так, ну, наверное, вот свободная какая-то касса, почему я в нее иду. Никто не идет, не знаю. Hello. Все, ребята, я должен сейчас отключиться, потому что мне надо достать свои документы. Ну, я снова с вами. Просто я сегодня в магазине один, и поэтому можно было бы показать и кассу, но дело в том, что две руки, достать карточки, положить карточки, вот, не получается, поэтому, в общем, был вынужден вас отключить. А вот сейчас я подошел к таким кофемолкам, и, собственно, сейчас я должен смолоть свой кофе. Вот. Тоже, наверное, я сделаю без вас это. Ну, а потом еще мы закончим видео, поговорим. Ну, в общем, ребят, смолол я кофе. По дороге, когда выходил, увидел ту бабушку, про которую сказал вам, и вы, возможно, обратили внимание, что у нее стояло 4 таких хороших галлона спиртного. Там, по-моему, 2 бутылки были виски и 2 бутылки, может быть, ром какой-то или что, я не успел прочитать. Вот, в общем, она выходила с касс, и у нее по-прежнему в тележке были эти 4 галлона спиртного, и к ним еще добавились йогурты. Вот, так что бабушка сегодня будет отжигать, у нее будет пати йогурты со спиртным, с вискарем. Вот. Пожелаем ей, так сказать, хорошего времени, хорошо провести свою пати, ну и хорошего здоровья, потому что вы видели, бабушка такая достаточно уже пожилая, и тем не менее она сама передвигается, и поверьте мне, она сейчас пойдет сядет в какой-нибудь джипик, там, я не знаю, Акура или Мерседес, и загрузит туда свое спиртное и погонит на вечеринку. Вот, ну а что у нас по чеку? Как вы видите, по чеку у нас получилось 17,48. В общем, я купил только питы и кофе. Кофе удачно смолол. Вы видели эти аппараты. Там можно выбрать помол, какой вы хотите. Очень мелкий для турки, для такого заварника, для такого. В общем, вариантов тьма. Ну, нормальная промышленная кофемолка. Вот. Ну, все, вроде бы, вот такой маленький видеовлог получился про поход в Костку, про 2 продукта. Вот, это, как я сказал, был последний заход, наверное, за продуктами в этом месяце. Я не думаю, что завтра мы погонимся. Вот, по факту, получается, в этом месяце мы потратили где-то
Вот, кстати, давайте я отвлекусь. Смотрите, какой прикольный стоит Nissan Leaf Zero Emission. То есть он полностью электрический. Он очень изменился в дизайне. Если кто-то знает эту машину, прошлый Nissan Leaf был абсолютно не такой. Абсолютно он, скажем, был неинтересный. Вот. Этот очень сильно изменился в формах. Вообще он стал просто замечательно выглядеть. Такая, смотрите, у него интересная фальш-радиаторная решетка. Если вам видно, вот она так переливается на солнце. Прикольная. Он очень стал очень симпатичный. Он такой стал, как маленький паркетничек вместо какого-то недоуниверсала. И выглядит он просто шедеврально. Я могу заглянуть в салончик, чтобы вы посмотрели. Вот там такая панелька. Ну, не бог знает что. Но тем не менее. Но он очень классно выглядит. Это, конечно, они шагнули вперед. Вот видите, заодно и Ниссанчик обзор запилили. Ну, вот, так по поводу продуктов. Короче, в этом месяце мы как-то мало мяса покупали. Получилось так, что, наверное, у нас были запасы. И, в общем-то, поэтому мы мало покупали каких-то мясных продуктов. Вот, и, в общем, получилось, что, я думаю, долларов 400 на продукты у нас пошло в этом месяце. Это вообще совсем немного. Обычно мы тратим где-то 500-600. Вот, ну, итоговое видео по продуктам выйдет где-то, ну, я не знаю, может быть, на следующей неделе я вам сделаю, вот, где подобью все чеки, все расходы. Вы сможете посмотреть все, что мы покупали. Вот. Ну, и, в общем, как-то так. А это вот осталась корона в машине. У Антошки был день рождения, и вчера его поздравляли в школе. Именинникам там всегда дают какой-нибудь гаджет, типа короны на голову. Ну и всякие поздравлялки. Вот, забыл забрать. Все, ребята, вы были на канале It's My Life. Спасибо, что заходите к нам. Мы рады поделиться с вами своей информацией. Советы не даем, просто рассказываем про то, как мы живем. Показываем и отвечаем на вопросы, что на что тратится. Вот. Если кому-то что-то непонятно, спрашивайте, обращайтесь. Всегда будем рады поделиться своим опытом. Может быть, что-то подсказать в силу своих знаний. Если кому-то надо какая-то, ну, я не знаю. Ну, помощь вряд ли может быть, советом, скорее всего. Ну, возможно, где-то чем-то, может, и сможем помочь. Вот, потому что очень много вопросов по выбору жилья, по выбору школы. Это я буду тоже освещать, показывать в других видео. Ну, в общем, все. Это был последний влог этого месяца. Всем спасибо.